Привет, мой маленький зритель. Сегодня я хочу вам показать абсолютно не маленький фотоаппарат. Чудо инженерной техники. Произведено в Германии Линхоф Мастер Техника 5. Это просто капец. Классная штука. Тяжелая, как жизнь моя. Этот фотоаппарат — это профессиональный модулярный фотоаппарат. Когда его сделали, он стоил примерно как, наверное, как машина. Хорошая вещь. Когда я говорю то, что он модулярный, то я подразумеваю, что у него можно снять все, абсолютно все. Почему я его выбрал сегодня на хайкинг, лазить по горам? Это тяжелый вопрос, как и этот фотоаппарат. С одной стороны, это, конечно, проблема. На хайкинг я бы никому не рекомендовал брать этот фотоаппарат. Он тяжелый, он убивает вас, просто убивает. Нужно быть действительно выносливым человеком, и в этом отношении сегодня у меня пригодились все те годы, то, что я провел в армии, и то, что я очень люблю хайкинг. Фотоаппарат весит примерно как кирпич, наверное, килограмма 2-3, и это самая маленькая еще линза, которая идет на этот фотоаппарат. Как я уже и сказал, вес — это, конечно, большой недостаток этого фотоаппарата. Ну, можно добавить то, что, конечно, это не самый быстрый фотоаппарат, это large format фотоаппарат. Ой, извиняюсь. Это фотоаппарат, который стреляет 4x5. Ты можешь ставить 4x5, ты можешь ставить за жопку 6x6, 6x7, 6x8, 6x9. Слышал и не видел, есть даже 6x12. Вставляется катушка 120 и стреляется. Вес — недостоинство. Модулярность — плюс. Много линз не надо. Размер позволяет сделать кроп. В данный момент у меня стоит чудо немецкой техники. Schneider Kreisach Simar 1.5.6 на 150. Медленная линза. Все линзы на большеформатных фотоаппаратах, в принципе, они медленные. Тут ты не фотографируешь на скорость, ты фотографируешь на технику. Как я уже сказал, это абсолютно любительский обзор. Это не профессиональный обзор. Хотите профессиональную дату? Найдите manuals, найдите учебники, посмотрите, проверьте. Я хочу просто поговорить по моему личному мнению этих фотоаппаратов. Вес — недостаток, модулярность — плюс. В чем она заключается? На этот фотоаппарат можно поставить все. Можете... Снимается, ставится абсолютно разные адаптеры, можно снять это, можно поставить другую линзу. Но, конечно, самый большой плюс этого фотоаппарата, вообще, когда снимаете на большеформатные или широкоформатные, большеформатные фотоаппараты, в данном случае на 4x5, это, конечно, что вы можете изменять фокусное расстояние, фокусное plane, поиграться, поднять, можете повернуть, покрутить. То есть, в принципе, даже просто лежащее бревно можно так сфотографировать, что это будет шедевр. Главное, чтобы падал правильно свет и был правильный ракурс. И за это я люблю. И за это вот я... Так как у меня сегодня был большой головная боль, какой фотоаппарат брать, я все-таки же решил взять этот, решил взять только этот и один. Больше никакой ничего не брал. Все. Сегодня мы вышли в лес погулять. Я взял Линхоф Мастер Техника 5. Это фотоаппарат не самый лучший для похода по лесу, но почему я его решил взять именно на такой хайкинг? Насмотревшись видео про Ансел Адамса и других великих фотографов конца 19-го, начала 20 века, я тоже подумал, если эти пацаны могли, почему я не смогу? Да, это не самый удобный фотоаппарат для походов. Я его бы не советовал брать, конечно, в поход. Почему? Вес. Если вам тяжело, если вы только начинаете хайкать, только начинаете заниматься активным образом жизни,
И это не тот фотоаппарат, который вы хотите взять. Но одновременно это и тот же самый фотоаппарат, который вы хотели бы взять на хакинг. Почему? Опустив линзу, повернув линзу, вы можете менять focal plane. Вы можете менять, создавать какие-то шедевры, ну, с вашей точки зрения, шедевры абсолютно сфотографировав любой цветочек, любое бревно, любой момент. Вы не завязаны, как на обычном фотоаппарате, как SLR или 35 мм, и даже многие medium формат с одним focal plane. То есть вы увидели, например, я хочу сфотографировать этот камень, предположим. Поменяв focal plane, я могу сделать его, чтобы он был весь в фокусе, а все сзади было, предположим, расплывчато. Да, вес, конечно, это немаловажно, но терпимо. Так как если Ansel Adams терпел, то и мы можем выцепить. На данный момент у меня стоит жопка 6x7, 120 мм фильм. Она мне позволит сделать 10 фотографий. Только 10 фотографий. Я считаю, что это даже достаточно. Сейчас у меня стоит там Fuji Slide Film. Очень хороший, солнечная погода. Очень хорошее освещение. И мы побалуемся сегодня, что-то попытаемся сегодня сделать. Находимся в прекрасном парке. Небольшой хайк, всего лишь 3,1 миля. Очень много зелени. Итак, почему я все-таки решил взять этот фотоаппарат на хайкинг? Хотя можно было чудесно обойтись айфоном. 11 iPhone, классный. И этот вопрос постоянно возникает. В каком-то смысле это даже какой-то троллинг. Если так почитать на всех форумах, что вы часто видите, какой вопрос. Зачем снимать на пленочную фотографию? Это архаический способ. Сейчас такие айфоны, сейчас фотоаппараты. Маленький, удобный, положил в карманчик, забыл. И я с вами абсолютно согласен с этой хуйней. Извините за выражение. Я просто абсолютно согласен. Ваш телефон – это чудо 21 века. Это фотоаппарат, это телефон, это органайзер, и это компьютер. И это ключевое слово – компьютер. А компьютер думает за вас. Компьютер делает за вас. Он запрограммирован довольно-таки умными ребятами с Силикон Долины или где-то с Индии или с Китая. Я не знаю, откуда они там приехали, что они там делают. И алгоритмы, которые были в этом телефоне, они были написаны умнейшими людьми, наверняка, намного, не наверняка, а стопудово, намного более умными, чем я, которые соображают в математике, соображают в алгоритмах и, наверное, чудесно соображают фотографии. Да, ваш телефон делает классные картинки. И ключевое слово – компьютер. Компьютер. Он думает за вас. Он делает за вас. Да, вы делаете, наводите, делаете композицию, клик-клик, клик-клик, особенно если там только для Инстаграма и только для фото, вам нужно для Фейсбука или там для какой-то другой там социальной сети. Да, он сделает для вас классные картинки, классные. Зачем тащить этот кирпич? Он тяжелый, он нереально тяжелый. Посмотрите, мало того, что тяжелый, это сколько геморрой надо, чтобы с ним возиться. Только чтобы сделать одну там фотографию, извините. Просто куча. Это нужно его собрать, разобрать, положить. Он не, может там не всегда закрываться, он может элементарно даже поломаться. Тащить его на себе. На хакинг это просто глупо, но одновременно это классно. Это просто классно. Потому что то, что вы делаете все своей головой. Не компьютер делает за вас. Вы делаете, вы думаете. Вы снимаете, должны найти момент, увидеть какой-то момент. Замерить свет нужно. Как замерить? Падающий свет, отражающий свет. Вы должны увидеть этот свет. И ключевое тут слово будет вы, ты, мы, они. Вы видите. С телефоном что? Я вижу это постоянно. Ты идешь на хакинг, какой-то придурок будет с этим фотоаппаратом. Чудо 21 века. Он будет стоять, или она будет стоять, фотографировать. Ёшкин кот, да ты за это время уже выставил свет, поставил фотоаппарат на треножку, уже сфокусировался, сделал кучу дел, и ты ждешь, пока это допоцало, сделай там сотню фотографий.
что потом из них, или там выбрать там несколько фотографий и сказать там, ой, блин, там все не получились, одна получилась. Ха-ха, ты сделал там 100 фотографий. Идиот! Вместо того, чтобы научиться, чтобы пользоваться вот этой штукой, ты стоишь, баран, и мешаешь просто всем. Мало того, что ты стоишь на трейлере, где проходят люди. Ну хорошо, ладно, там, если с утра там никого нет. Ну, например, вот вчера был, да, надо было вот этого детка просто сфотографировать. Я ждал 10 минут, чтобы сделать 2 щелчка. 2 щелчка! Пока этот пост стоял со своим фотоаппаратом, и что-то он там сфотографирует, смотрит. И опять же, вот это ключевое слово, что с цифры, она облегчает нам жизнь до такой степени, что ты начинаешь там делать сотни, тысячи фотографий, но ты не наслаждаешься моментом. Тут с пленочным фотоаппаратом ты идешь, ты проходишь, ты смотришь, ты наблюдаешь. Ой, бурундучок побежал. Ты замечаешь какую-то живность, какие-то там, я не знаю, цветочки, какие-то там камайки, что там летают, там, как свет падает. Там. Ты наслаждаешься реально жизнью. Хотя с цифрой получается, что да, она тебе облегчает жизнь, но одновременно ты не наслаждаешься, ты не получаешь кайф. Потому что ты настолько зацикливаешься, я смотрю, люди зацикливаются, чтобы сделать фотографии, что они забывают просто насладиться вот этой жизнью. С пленкой ты идешь. Да, тяжело. Да, ты тащишь на себе. О, бурундучок еще один побежал. Ты тащишь на себе вот это все железо, там, треножку, пленку. 120-миллиметровая пленка у меня сейчас лежит. У меня лежит порядка 15 кассет пленочной 4х5. В основном черно-белая пленка, потому что цветная, она очень дорогая. Но ты идешь, и ты наслаждаешься. Какой воздух, ты балдеешь. Природа, никого нету, слава тебе, Господи. Ты просто балдеешь, ты просто наслаждаешься. Если у меня в этом парке получится хотя бы 1-2 фотографии, которые действительно будут вот это... Цимус, вот этот кайф, что ты смотришь, и ты вау. Я буду считать, что у меня день удался. А как удался день у этих инстаграмеров, блогеров, вот этого детка с водопада? Я не совсем понимаю, что он идет, он какой-то момент, что-то он снимает, смотрит. Дедушка, ну выйди на Google, там дедушка. Это не только дедушка, дедушка это просто общительный такой образ. Там были еще какие-то блогеры. Блогеры это вообще меня просто убивают. Просто убивают. Когда ты приходишь вот с этой бандурой, таща вот эту бандуру, накидку надо использовать, треножку выставить, ты делаешь 1-2-3 щелкачка, сделал, выставил, поставил, все, сделал. Они там что-то так, всяк стоят. Но время-то идет, свет уходит, люди приходят, люди проходят. Ты там стоишь, они там что-то стоят, там жопами ветят, там свой тухость там показывают, там, что-то они выставляют. Ты потом собираешь фотоаппарат, даже надо опять его разобрать, снять с треножки, все спрятать, убедиться, что ты ничего не забыл. И ты идешь дальше, и ты возвращаешься через там полчаса, 40 минут на то же самое место, и опять те же самые люди. Ребята, а какой вы кайф получаете от этого? Какой? Вот это кайф.